Сімейний психолог, арт-терапевт. Є учасником проєкту благодійного фонду Life Changer, що надає соціально-психологічну підтримку родинам, які опинились в скрутному матеріальному стані. Ну що ж, доброго ранку. Будемо говорити про таку жахливу тему – булінг. Ну, коли ж це вже припиниться? Раніше якось, ну, ми жили, безумовно, були конфлікти між дітьми, але от такого сколиху немає. Щодня в новинах, в мережах ми чуємо про булінг. Що це таке? Що це відбувається? Розкажіть. Булінг, в принципі, являється одною із форм, будемо говорити на таку складну тему, та сьогодні з утра, одна із форм насилля. Да, сьогодні в мірі дуже розпространяються різні форми, ми вже говоримо сьогодні, такого не було раніше поняття, як моральне, психологічне насилля, да? Сьогодні ми о ньому говоримо. Сьогодні є фізичне, психічне насилля, економічне, вже говорять, да, в сім'ях насилля, тобто це розпространяється, як би, є таке одно з мнений експертів, що в принципі росте увеличення как бы насилия как норми некой общества, що это может быть. Вот если посмотреть, есть такие, даже проводили социальные эксперименты, что когда на улице дети там дерутся или еще что-то, прохожие проходят мимо, да, то есть или, например, подростки начинают с кем-то разбираться, очень часто прохожие проходят мимо, то есть не обращают на это внимания. По крайней мере, не сразу реагируют, да, то есть оставляют это вот так. Поэтому вполне возможно, что это один из таких вот социальных факторов. Да. Но также, в принципе, то, что я наблюдаю, работая с различными тоже классами, да, анализируя, что происходит в классах с детьми, очень часто, конечно, корни, как я семейный психолог говорю, корни в семье. То есть ребенок, что такое, да, почему вдруг одному получается как бы отстоять себя, а другого нет? То есть это про то, что ребенок не умеет регулировать регулировать дистанцию между собой и другими. Не только физическую, да, дистанцию, там сказать, там, то есть как-то дать сдачи, например, это физически, да, отстоять свою дистанцию. Он не может это делать просто психологически. То есть он так себя ведет, такое у него поведение, да, что он, например, разрешает там пользоваться своими вещами без спроса, да, то есть это все нарушение границ. Ну, якщо ми говоримо, 80% страждають від булінгу, да, це 80%. Що? 80% жертв – це слабкі діти, ну, чи як це? А ті сильніші? От чому такі цифри, такі показники? Більшість саме в поганому напрямку. Чому так? Да. Ну, зараз, чому конкретно, я не можу дати відповідь на цей питання. Я тільки можу сказати, откуда, скажімо, йдуть корні цього всього. Да? Тобто, смотрите, значить, якщо ребенок, він приходить з определеною программы. То есть тут у него есть, считается, что до 7 лет ребенок формирует определенную свою какую-то программу, видение мира. То есть он тогда, когда приходит в школу, получается, да, что уже пришел с каким-то мнением, что я или сильнее, да, то есть и я могу тут наводить порядки, да, потому что страдают, в принципе, от буллинга, вообще хочу сказать, что страдает и тот ребенок, который причиняет вред другому, да, он также очень сильно психологически на самом деле страдает, когда это делает. И также страдают и те, кто попадают под этот буллинг, и все, кто в этом участвует в этом процессе. И возможно, что одной из причин также является, сегодня есть такое понятие, как кибербуллинг. То кибер, есть, так, да. Цискувание в социальных мережах. Да, правильно? Это становится легче, это становится легче же не в лицо сказать какую-то там гадость, да, например, а это легче написать, обговорить, много чатов, много социальных сетей, где это может все быть вынесено легко, легче. Вполне возможно, также одна из причин. Но, в принципе, психологи, эксперты утверждают, что, конечно, все коренится из воспитания, то, как преподносятся, как устраиваются отношения внутри семьи. Потому что, если ребенку говорят, да, там, он хочет стать художником, ему говорят, да, у тебя там такие, у тебя руки, посмотри, руки-крюки, да, то есть они получаются там. И он говорит, мама, я хочу попробовать это что-то, зачем не лезть туда? Да, таким чином мы уже закладываем, уже программуем дитину, да, правильно? Да, да, да. Смотрите, ребенок же рождается, он как чистый лист, но он не чистый лист, в бессознательном уже есть определенные заложенные, да, какие-то факторы, но то, что, как бы, где личность, вот, если задать вопрос, кто такая личность, да, то есть тело обновляется каждые 7 лет, клетки обновляются, наука вывела, ну, то есть, а где же тогда личность, то есть это некий наборчик, да, каких-то мыслей, каких-то образов, идей. И тогда вот этот наборчик, он как некая программа компьютерная, да, он у ребенка как-то появляется. Но он же появляется откуда? И в первую очередь
что-то появляется из семьи, где он чаще всего видит какие-то разные установочки и программки, uh-huh. какой я, что я могу, чего я не могу. Да? То есть, и тогда вот этот с этим программочками, он выходит уже потом в мир и сталкивается с школой, с реальностью. Угу. І от там, звісно. Ну, дивіться, дехто прийде і скаже, там, тату, маму, надо мною там скують або знущаються, але будуть ті, хто мовчать і переживають цю травму надалі. Як зрозуміти? Може, є якісь перші ознаки, що з моєю дитиною щось не так? От на що нам, батькам, варто звертати увагу? Ну, звісно. Кстати, дійсно, є таке, що якийсь процент дітей, причому достатньо багато, от із цих, да, да. Около там 50, угу. я теж знаю ту статистику, да, вони не звертаються за помощью, то есть, да, и могут не рассказать. Uh-huh. Но здесь, кстати, можно это все наблюдать. В любом случае будут какие-то проходить, ну, такие видимые симптомы по ребенку видны, да, что вот он более какой-то напряженный, более тревожный, да, что он начинает что-то скрывать, не говорить, например, если он до этого был, как бы, да, общался, uh-huh. то тут он начинает закрываться, да, то есть он начинается, может быть, становиться более раздраженный ребенок, да, то есть вот по таким каким-то факторам вы сразу видите, что эмоциональный фон ребенка меняется, значит, здесь надо на это обратить внимание. У ребенка может быть, да, там вдруг начинает часто болеть голова, когда он идет в школу. Это, кстати, физиологический симптом, он чисто психологического характера. Угу. Или живот болит, да, то есть начинается как будто что-то внутреннее происходить. Какие-то перешкоды просто, да? Да, вот, да, вот именно прямо перед школой угу. появляется вдруг живот, вдруг там то, да, то есть какое-то нежелание. Иногда родители это просто расценивают как вот не хочет учиться или что-то такое, но если это заметить регулярно, то это, ну что, ребенок это делает регулярно, значит, в любом случае выяснение факторов необходимо, что это происходит с ребенком. Угу. Ну, от я спілкувалася з багатьма матусями, вони перевіряють гаджети, там, чи не побитий, не подряпаний, зошити щоденники. Ну, це варто робити чи ні? Тобто, це дасть якийсь результат, якийсь успіх в цьому напрямку. Ну, наприклад, якщо да. гаджет подряпаний, значить, хтось там його кинув, розбив. Ну, ну от, це тільки догадки, виходить, родителі. Да? Соціальні мережі перевіряють, хто там як спирився. Ну, смотрите, в любом случае, сьогодні мир так устроен, що ніка доля контролю родительского, конечно, обязательно. То есть нельзя это все бросать на самотек. Uh-huh. То есть какой-то момент, но при этом мы понимаем, да, что у подростков, например, буллинг, он существует и в подростковом периоде, проверить его гаджет, это уже нарушение его границ. Это нужно спросить разрешение у ребенка, да, то есть можно ли я посмотрю. Вот, поэтому здесь договариваются и наблюдают. Но, понимаете, самое главное, вот действительно, у родителей, чтобы как бы предотвратить возможность такого возникновения с его ребенком, uh-huh. да, здесь важно именно открытые и доверительные отношения между детьми и родителями. То есть ну, как бы можно так теоретически, да, разделить детей на два типа, очень как бы грубо, да, то есть типология, что одни дети более склонны, они по типу темперамента, который является биологической основой нашего организма, да, то есть они просто более такие закрытые, uh-huh. нерешительные. Другие дети, наоборот, более такие напористые. И если в такой темперамент у ребенка, да, то если он нерешительный, наша задача помочь ему раскрыться, не давать ему возможность вот, забиться в уголочек uh-huh. и не выходить. Да? То есть, например, часто такие дети говорят, вот я не хочу идти на кружок, вот я туда тоже не хочу, хотя проявляют какие-то таланты. Задача родителей не идти на поводу, не хочу, не могу, не буду. Я да? вообще в сторинце, ты да, там пустою. Стар... Нет, да. не идти, вот он же такой слабенький, он не может, я лучше его поберегу. Нет. Если вы видите, что у вашего ребенка именно такой темперамент, он более там, интровертированный, uh-huh. он более замкнутый, значит, ваша задача помогать ему выходить из этого круга. Если ребенок, наоборот, нарушает чужие границы, uh-huh. да, если он, наоборот, вперед бежит и может, ну, что хочет взять, забрать, то есть он не имеет вот этих границ, то есть часто такие дети, например, если темперамент у него экстраверт, холерик, активный, то он может это делать просто спонтанно, с привычки быть активным, да. Вот здесь вот задача, наоборот, показать, что есть границы, что другие люди, это тоже нужно относиться к ним с уважением, да. То есть вот таким образом регулировать детей. И тогда они будут понимать, потому что в понятии буллинга, в понятии насилия самое важное это понятие, это вот пусть родители поизучают эту тему очень глубоко, в интернете много такого, такой информации, как границы. Uh-huh. То есть эти границы начинаются с самого маленького, психологические границы, которые внутри семьи ребенку показываются. Вот что он может действительно говорить свое мнение, да, то, что он может высказываться, у него есть на это право. Тогда ребенок как бы пробует, отстаивает свои границы. Да, и по, таким образом он что приобретает? Что он слышит от родителей, если есть такое право, значит, его уважают. И в таком, такой ребенок, самоуважающий себя, просто не позволит, чтобы его границы так нарушались, скажем, наглым образом, как это делается
находится при буллинге, он сразу начинает предотвращать и что-то делать, да, какие-то пограничные элементы вводить. Так, кто мне может помочь? Такой ребенок может обратиться за помощью. Почему? Потому что если родители к нему открыты, то есть если он всегда знал, что если у него какая-то проблема, у него есть доверие с родителями, родители помогали. Если он такой опыт имеет, естественно, он будет понимать, что если совсем сложно, я могу обратиться. Да, ага, угу. Ну а просто так варто говорити дома про булінг? От варто це робити чи ні? Ну, начебто як профілактика, що може от бути таке, що ти мені прийди, розкажи, чи треба вже, вибачте, чекати, що може щось там трапиться і вже потім підіймати цю тему? Я чи, думаю, чи що ні? Можна говорити з ребенком про те, що в школі можуть виникати сложності, можуть виникати трудності. Ти смотри сам, можеш ли ти справитися или не можеш ти справитися з цими трудностями. Да? То есть, смотри, всегда есть я у тебя поддержка, но я бы очень хотел, чтобы ты попробовал где-то и сам справиться. Но это не значит, что все ситуации могут быть под твоим контролем. То есть есть здесь, то есть, конечно, с детьми нужно разговаривать. Вот это как раз и устанавливает с ними контакт. Если говорить вот серьезнее, да, то полчаса с ребенком обязательно какого-то общения, контакта, такого теплого, не на социально значимые темы, что ты сегодня получил, какую книжку ты сегодня будешь читать, или, да, вот на такие, которые вы знаете, это важно, и вам хотите, чтобы он что-то это сделал. А на его темы. И тогда он будет, конечно, привыкать раскрываться. Даже самый замкнутый ребенок, я вам хочу сказать, что при правильном подходе, да, то есть, который вот, ну, в принципе, также и страдают обычно чаще дети, не те, которые активные, да, а те, которые не умеют, наоборот, общаться, им сложнее это все делать, да, но если он будет иметь вот такую возможность доверительную в семье общаться, такой ребенок будет постепенно выходить из своего такого круга обязательно. А інша сторона, якщо наша дитина булер, ну та, яка цим займається, як бути батькам? Що тут робити? Здесь мы тоже, опять же, встречаемся с понятием границ, разговоров, общения, доверия. И если уже с ребенком это случилось, конечно, понимаете, если его ругать, наказывать, скорее всего, что такой ребенок и, может быть, и хочет вырваться уже дома из каких-то границ. И вот бунт его проявляется, так как он дома этого сделать не может, ну такая вот есть вероятность, да, то он, скорее всего, это сделает где-то на улице. Вот, да, то есть, может, или, его слабше. Да, вот, так? Вот, если он не может, часто это очень происходит сильно в подростковом возрасте, да, вот, или наоборот, например, его границы настолько сильно нарушаются в семье, да, что там ему, нет у него пространства, твое мнение ничего не стоит, ты никто в этой жизни, да, слышит ребенок, тогда он все равно как бы хочет увидеть, что это по-другому, если он активный, если у него темперамент тип такой вот, да, активный, то он это будет активно применять, хочу по-другому, я буду, то есть действовать так, как с ним поступают, да, то есть раз вы так со мной, і я буду вот так вот относиться к людям. Вот, да. Чому цифри зростають, такі показники булінгу, а не навпаки? Чи припиниться це і що для цього робити? От ваші поради, от, наприклад, три найважливіші поради для батьків, для школи, для вчителів. Як нам зупинити булінг? Чому ми про це говоримо все частіше і частіше, і цифри не спадають, а навпаки зростають? Ваша думка. Опять же, на что обращают внимание, да, и учителя, и родители в первую очередь. Такое понятие, как самооценка, никогда, то есть оно существует в психологии, да, и если у ребенка она занижена, эта самооценка, да, то есть что такое самооценка? Это то же самое, что и самоуважение, да, то есть это уважение. То есть вот эти принципы уважения к друг другу, нельзя оставлять это, такие вот темы, да, сами разберутся. Все-таки эти темы должны подниматься. Самоуважение и уважение к другому человеку. Это очень важно, потому что это растит самооценку. Так, первое. Потом и учитель в классе, кстати, он тоже должен на это все обращать внимание. Это нельзя вот так вот оставлять. Острый проход, это не да, нужно, да, да. Хотя учителя настолько устают, и я видела такой класс, где учитель умничка, она все дает очень хорошо, материал дает, она занимается как бы вот учебой, образованием, а вот этот аспект очень сложно ей регулировать. Вот, поэтому родители, да, то есть если она видит это, то есть передавать это родителям, пусть родители также что-то как-то с ней объединяются, что-то думают и делают, да. Потом второй момент, это обязательно, я вам сказала, доверие, открытое общение родителей. В классе у преподавателя должно быть так же, что дети в любой момент, если какая-то сложность, вы можете ко мне обратиться. То есть вот это вот доверие, раскрытие этих границ доверия, то есть оно должно быть как у учителя устанавливается с детьми, так и у родителей, да, в семье. Если третий, да, какой-то момент. Ну, такі, да, найважливіший аспект. Вот самоуважение, открытость и доверие – это то, что будет постоянно поддерживать границы. Ну, скорее всего, вот
что еще такое, добавить уважение. Вот, ну, то есть все равно все сходится все-таки к вот этим двум. Угу. Всім самим главним аспектом. Я зрозуміла. Да. Дякую вам, Анна Демір-Пилат була у нас в гостях, психолог. Я думаю, що будемо говорити на цю тему, але більш позитивному ключі. Будемо говорити, що дані ЮНІСЕФ, що булінг у нас зникає. Дякую вам, гарного продовження дня.